Давай, сегодня расскажи, что тебе понравилось в обучении на Ясенской переправе в нашей школе. Ну, в августе. Ага. Расслабься. Что понравилось, что не понравилось? Что можешь пожелать новичкам? В обучении на Ясенской переправе мне понравилось. Была очень хорошая компания, было очень весело. Ну, инструктор мне понравился. Ну, я хорошо там отдохнула, зарядилась перед учебой, перед новым учебным годом. Новичкам пожелаю упорства и веры в себя. И все? Побольше расскажи про кайтинг. Что было хорошего, что именно понравилось? Ну, про кайтинг очень приятное ощущение, когда сначала у тебя что-то не получается, а потом как получилось, и вот ты поехала, и это чувство восторга. Супер. Зимой будешь кататься? Обязательно. Ну хорошо. Значит, новичкам в зимнем сезоне что пожелаем? В зимнем сезоне мы пожелаем им не падать поменьше, меньше падать, опять-таки упорство, веры в себя и успехов.